В рядах Староскольского отделения Всероссийского общества слепых «Раскол». Камнем преткновения стал актовый зал, в котором инвалиды по зрению больше 30 лет занимались художественной самодеятельностью. Недавно они узнали, что помещение забирают для других нужд. Здесь откроют дополнительный цех по производству одноразовых масок. Такое решение приняло Центральное правление Всероссийского общества слепых в Москве. Золотой голос Староскольского отделения Всероссийского общества слепых, инвалид первой группы Василий Иванов – в полной растерянности. В стенах родного актового зала он вырос и стал артистом-мультиинструменталистом. А с 2012 года он руководит эстрадной студией, где учит людей не только петь, но и жить, вопреки недугу. Они же интегрируются в общество, они сами люди, да, они реализуют себя. Да? Может быть, человек не знал об этом, что он вот так вот там может что-то делать. Да? Есть люди, которые потеряли зрение, они... Ну, совсем в депрессии такой находится, да. Человек начинает пробовать себя, у него начинает потихоньку получаться. Вот человек ожил, человек начал жить. К слову, Василий мир воспринимает исключительно на слух и запах, так как совсем не видит. Но даже полная слепота не повод для отчаяния. Он счастливый муж и отец двоих детей, а еще обожает свою работу. В актовом зале занимались около 100 человек, участники трех творческих объединений. Это эстрадный вокал, хоровое пение и драм-кружок. Причем последние два имеют статус народных коллективов. Концерты у нас, фестивали, да, конкурсы, конференции, собрания, круглые столы. Приглашаем разных людей. Для инвалидов по зрению это была единственная площадка в Старом Осколе, поскольку нас в основном никуда не приглашали. В конце апреля члены местного отделения общества слепых получили письмо с просьбой освободить актовый зал. Собственник помещения, Центральное правление Всероссийского общества слепых, приняло решение о расширении производственных площадей учебно-производственного предприятия «Оскольское». Вместо песен и танцев здесь развернут дополнительный цех для пошива одноразовых средств индивидуальной защиты для медиков. Острый со всех сторон вопрос обсудили на брифинге в администрации округа. Если мы сегодня на этом предприятии покупаем одноразовые халаты стоимостью 60 рублей штука, то такие же одноразовые халаты, абсолютно из того же спанбонда, с той же степенью защиты, они в России стоят 250 рублей и дороже. Те же защитные комбинезоны, которые мы сегодня покупаем по 90 рублей, и цены не повышаются уже вот эти два месяца, они стоят от 400-205 до 2000 рублей. Сегодня мы имеем спокойствие, имеем спокойную работу. Это благодаря тому, что работает это предприятие. Ну, как хотим, мы можем к этому относиться, плохо ли, хорошо ли. На одной чаше весов – это безопасность медиков, которые не должны заболеть и должны оказывать медицинскую помощь. На второй чаше весов у нас актовый зал. Ну, наверное, давайте мы, ну, я не знаю, соизмерять. В администрации округа инвалидам предложили заниматься художественной самодеятельностью в Центре молодежных инициатив. Я понимаю, что будут согласны, будут с этим вопросом не согласны, но это не муниципальное здание, не муниципальная собственность, поэтому, к сожалению, повлиять на мнение учредителя мы не в силах, но мы в силах зато предложить альтернативные достойные условия. И один из вариантов, самый ближайший, до которого, ну, в принципе, удобнее всего добираться, это Центр молодежных инициатив, где можно проводить занятия, где можно проводить репетиции и даже, наверное, с гораздо лучшими условиями проводить мероприятия. Здание ЦМИ расположено неподалеку. Однако, что кажется простым зрячему, то может оказаться непреодолимым для слепого. Инвалидам первой группы без остатка, да, попасть практически нельзя. Две дороги переходить, они просто не знают, где это находится, и без сопровождающего туда попасть тяжело. Члены местной организации общества слепых просят подойти к решению проблемы не формально, а с пониманием особенностей незрячих артистов. Две дороги с нерегулируемыми пешеходными переходами, высокие ступени, серьезные препятствия на пути слепого. К Центральному управлению ВОС у Староскольского общества слепых, в котором на сегодня состоит 420 человек, есть большие претензии. Староскольцы намерены оспорить решение в суде. Наше хваленое Центральное правление Всероссийского общества слепых, которое, собственно, и должно, обязано защищать права инвалидов. Где оно есть? Оно никак нам не помогает.
нужна ли нам такая тогда организация. Но если общество слепых, в котором мы состоим на учете, не может нас защитить, то зачем нам это общество надо? Просто люди напишут заявление, и от нашей организации останутся одно название. Ольга Шалыгина, Кирилл Чу, Ирина Чуликова, 9 канал.